Всем привет, с вами Алекс Ки, и я хотел вас немного технологически просветить. Все думают, что самым первым смартфоном был Mi Mix от компании Xiaomi, который был представлен чуть меньше полутора лет назад. Но на самом деле первым безрамочным смартфоном, и он был, наверное, в виде такого концепта, был представлен в фильме «Паранойя». Также на английском можете спокойно найти в фильме «Паранойя». Вот этот фильм, вот, также я оставлю ссылку для того, чтобы вы могли посмотреть. Это очень интересный фильм. Там играют такие знаменитые актеры, как Гэри Олдман и Лиам Хемсворт. Фильм очень интересный. Он развивает интерес к технологиям. Там, чем мне понравился этот фильм, я его посмотрел, и он меня заинтересовал вот самой технологией этого смартфона, потому что там очень представлено довольно-таки большое количество моментов, где показано, как работает этот смартфон. Вот, кстати, несколько кадров этого фильма. Вообще, фильм захватывающий, идет противостояние одних компаний по отношению к другой компании. Это мне напомнило баталию между компанией Apple и Google, Apple и Samsung, которые всегда борются за технологическое первенство в мире. И мне показалось то, что вот этот концепт, который был представлен в фильме, с него, наверное, на нем основывались сотрудники компании Samsung и представили современную версию Samsung Galaxy S8, потому что очень похож дизайн смартфона. Он единственное, там выглядит немножко именно в деталях корпуса, но, в принципе, очень похож. Я думаю, то, что они, наверное, возможно, брали за основу современного дизайна Samsung Galaxy S8 и современного Samsung Galaxy S9, который уже скоро будет доступен в продаже. Поэтому можно смело отдать первенство по безрамочному смартфону именно этому, который представлен в этом фильме. Если тебе понравилось такое необычное видео в данном формате, ставь лайк. Также подписывайся на канал, пиши в комментариях, какой техникой пользуешься ты. Я вот использую смартфон от компании Apple. Если ты пользуешься Samsung, пиши о своих впечатлениях использования данного телефона. Мне это очень интересно, потому что если сравнить с даже последний, который представлен, Apple X, с флагманом Samsung S8, я думаю, то, что S8 все-таки более революционно, чем компания Apple. Но у меня на этом все. Всем удачи, всем пока. Love you.